«Трудности перевода». В Петропавловске прошел семинар, на котором обсудили актуальные вопросы ведения делопроизводства на госязыке. Для повышения грамотности пригласили 20 переводчиков. В основном проблемы возникают из-за незнания специфических терминов и правил казахского, считают в городском отделе культуры и развития языков. По словам специалистов, очень часто грамматические и стилистические ошибки допускаются в оформлении документов. Несмотря на то, что очень идет большой документооборот, но качество перевода, конечно, желает оставлять лучшего, но тем не менее есть очень много переводчиков, которые на сегодняшний день переводят очень грамотно, умело, в силу опытности своей работы. И по итогам данного семинара за многолетний труд, за качественный перевод некоторые специалисты будут награждены благодарственными письмами.